Совсем немного времени осталось до августовских веселий, а именно празднования Дня города, на которые собираются люди не только с Камрата, но и со всего Камратского района. В это время городской парк и площадь Победы становится амфитеатром событий. Городские власти уже сегодня готовятся к празднику. 3 апреля состоялось заседание комиссии по проектировке и реконструкции центральной площади и парка города. Большинство деревьев мы, значит, буквально на днях обратимся в Министерство экологии для того, чтобы дали разрешение нам их заменить другими деревьями. Это, значит, синие ели, другие декоративные деревья, но не на 100%, выборочно. Поэтому мы просим комиссию, что приехала с Министерства экологии, чтобы мы совместно работали. Появятся в парке, значит, новые цветники, спортивное оборудование. Значит, я думаю, что готовится хороший проект, очень много будет изменено. По словам городского архитектора Владимира Златова, масштабные работы начнутся уже в мае, и в течение 3 месяцев объекты планируется сдать в эксплуатацию. Сейчас разработали мы эскизный проект, вы сами видели, эскизный проект у нас есть уже. Это основание, от него мы отталкиваемся и начинаем уже проект выполнять уже детально. Как правило, такого масштаба проекты финансируются различными фондами через гранты, но не в этот раз. Как отметил примар города Николай Дудогла, работы будут осуществляться исключительно на средства городского бюджета. Парк и центральная площадь, значит, здесь финансирование в первую очередь ложится на бюджет города, и мы готовы в этом году взять кредит на 3 года, то есть сколько позволяет нам времени, срока, пока я буду примаром, взять этот кредит и каждый месяц оплачивать, но этот проект, значит, одновременно выполнить, то есть до Дня города, чтобы этот проект был закончен. Какие будут обновления и чем порадуют нас архитекторы и проектировщики, мы узнаем чуть позже, когда будет опубликован проект на официальном сайте муниципия Камрат.